среду депутаты городского совета обсуждали ремонтную кампанию 2017 года. Как пояснил глава УКХ города Орла Дмитрий Зуев, работа завершена лишь на половине из объектов улично-дорожной сети, попавших в план в текущем году. Виноват, конечно же, подрядчик, отчитывались сотрудники администрации. В данном случае это ООО «Двин», ведь «Армстрой» все свои объекты уже закончил. По трем объектам работа завершена на 90%. Это улица Первая Курская, это Новоковское шоссе и это улица Лескова. Один объект сделан нами, написано письмо подрядчику, нас не устраивает, значит, качество проделанных работ. По сути, он сделан, но все замечания изложены. Это Московское шоссе, где перед путепроводом. Напомним, в этом году в областном центре помимо 22 объектов, где идет ремонт дорог, работы ведутся и еще на 77. Программа, правда, другая, называется она «Развитие городской среды». Там также сложности и большие претензии к работе строителей.